Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня нас строить обычные базы Avenged, для которой понадобится одна сишка и 2-3, может даже меньше обычных топоров. Там все, по-моему, 2-3 ящика на базе. Так, и мы будем взрывать вот эту часть 3 на 3, вторая сделана из металла. Туда мы и не пройдем. Тут вот взрываем и открываем эти два ящика. Готово. Давайте смотреть. Так, здесь фильтр, который у меня украли, воду, которую у меня украли, пиво, которое также у меня украли. Тут есть вообще что-то свое на базе, нет? Это у меня тоже сперли. Вот лут, который я рейдером оставлял. Это, получается, я забираю за то, что потратил сишку. На такой себе, конечно. Так, это не обязательно было брать. Сушилка пустая, плавильня пустая, костер пустой. Здесь что-то есть. Так, тут душ. Давайте его сломаем тоже. Да, и вообще лутать можно. Видимо, нет. А водосборник что-то есть. Тоже пустой. Вообще ничего нет интересного. Так, ну тут я все сломал. Сюда мы пройти, к сожалению, не можем. А, здесь в пикапе есть мясницкий нож. Но это мне не интересно. Вот такой вот слабенький лут. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.